И смертельная авария под Киевом. Поезд Киев-Бердянск столкнулся с легковым автомобилем. Два человека, водитель и пассажир Рено, погибли на месте. Трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде между Триполем и Мироновкой. По словам машиниста поезда, в момент ДТП шлагбаум был опущен. Водитель попытался проскочить перед составом, но не успел. Поезд на полной скорости врезался в машину и после удара протянул авто почти на километр вперед. Авария на несколько часов парализовала движение в направлении столицы. На данный момент правоохранители выясняют все детали этого происшествия. Внаслідок цієї дорожньо-транспортної пригоди загинули дві людини, які знаходились в салоні. Вони кияни, пенсіонери. Свідки кажуть, що автомобіль виїхав вже на залізничний переїзд після того, як спрацював звуковий сигнал. Потяг його збив на самому залізничному переїзді. Поїзд саме всередину автомобіля і вдарив. Протягнувши його, ну, принаймні, декілька сот метрів, ми будемо з'ясовувати обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди і теж будемо опитувати машиніста. Смертельные ДТП на железной дороге уже стали печальной тенденцией. На переездах не везде установлены сигналы. Приборы или не работают, или их нет вообще. Шлагбаумами оснащены всего 8% переездов, а каждый пятый без предупредительных светофоров. В результате за год произошло свыше 60 подобных аварий. Например, 27 июля в Черновицкой области столкнулись поезд и микроавтобус. Тогда два человека погибли, многих госпитализировали.